Видел доктора Хэнсон? А то! Хотел записаться к ней на прием. Просто спросил, ничего такого. Но, кажется, мадам уже положила глаз на другого красавчика. Да ну, кто бы это мог быть? Даже не знаю. Может, некий принц на белом коне, доблестно спасший ее колонию? Джимми, брат, когда ты начнешь разбираться в дамочках? Командир, артефакт пришельцев помещен в лабораторию и экранирован. Знаете, я вот на него смотрю и думаю о своих проектах. Помедленнее, Стэтман. Что значит проектах? Ты что, занимаешься какими-то исследованиями? Пока нет, сэр. Мне нужны образцы для изучения. Если вам удастся их достать, мы сможем значительно улучшить наше вооружение и тактику. Я обеими руками за. Что тебе для этого нужно? Да, всего понемногу. Все данные хранятся в нашей базе. Если вы во время выполнения задания найдете что-нибудь полезное для исследований, вы об этом сразу узнаете. Ты только корабль не взорви, ладно? Командир, я тут размышлял по поводу этих артефактов. Вы не волнуйтесь, я не проводил диагностику и не трогал их. Ну, по крайней мере, не напрямую. Короче, сынок. Хорошо, сэр, если угодно. Когда у нас появился второй фрагмент, интенсивность экранирующего поля пришлось значительно увеличить. Если у нас появятся новые фрагменты, придется потратить еще больше энергии бортового центра синтеза на поддержание поля. Значит, хранить эти штуки не только опасно, но еще и дорого. Что ж, чем скорее мы избавимся от них, тем лучше. Тонни Вермиллион на канале UNN. Наш корреспондент Кейт Локвелл сейчас находится на Агрии, пограничной планете колонии. Кейт, вы слышите меня? Прошу прощения, у нас возникли технические неполадки со звуком. Мне сообщают, что император Менгск собирается выступить с заявлением. Давайте послушаем его сообщение. Я привлек к решению стратегических задач лучших офицеров Доминиона. И с сегодняшнего дня наши войска возглавит герой битвы на Торусе, генерал Гораций Ворфилд. Ворфилд? Я думал, он давно ушел в отставку. Блестящий талант генерала Ворфилда и безупречная выучка солдат Доминиона станут залогом нашей уверенности в скором и успешном отражении нашествия Зергова.
Под руководством генерала армия окажет достойное сопротивление рою зергов. Далее в нашем выпуске. Террористическая кампания Рейнера и нашествие зергов. Совпадение или закономерность? Наши сюжеты прольют свет на этот вопрос. Я наслышана о вас, командир. Доминион выставляет вас преступником и террористом, но вы производите другое впечатление. Вы ведь знаете, во что превратился Доминион в последнее время. Кто-то должен вступиться за простых людей. Я не думаю, что это будет Менгск. Императору нет дела до нас. Мои люди с Агрией вместе с беженцами из других покинутых колоний сектора отправились искать пристанище на Майнхофе. Из лагерей беженцев постоянно поступают сообщения о конфликтах и эпидемиях. Но император до сих пор ничего не сделал. Я займусь этим, док. Колонистам, можно сказать, повезло. Но скольким миллионам до сих пор нужна помощь? Мы не можем разорваться, сэр. Важно то, что мы подали пример и дали надежду тем, кто в беде. Каждый раз, когда мы помогаем людям, мы делаем еще один шаг к новому, светлому будущему. Знаю, Мэтт. Но прошло уже 4 года, мы ни на шаг не приблизились к цели. Теперь еще и зерги вернулись. Скорее бы наступило твое светлое будущее, а то человечество может его и не дождаться. Джим, Майнхоф уже давно служит перевалочным пунктом для беженцев со всего сектора. Но в лагерях собралось слишком много людей, и на планете вспыхнула неизвестная эпидемия. Прошу вас, помогите моим людям. Нужно сделать что-нибудь, пока не поздно. Слышал, что могучий Джим Рейнер снова в деле, но не при деньгах. На Редстоуне самые ценные ресурсы в округе. Но когда здесь появились зерги, килмарийцы резво собрали чемоданы и смылись от греха подальше. Деловые люди могут неплохо раскрутиться на этом предприятии. Если ищешь легких денег, прилетай на Редстоун. Редстоун. Та еще дыра. Я уже говорил, что ненавижу вулканические планеты. Рад, что вы прилетели. Меня зовут Тош. Поможешь мне накопать минералов? Плачу щедро и в срок. В чем подвох? Это местечко нестабильно. Низины каждые несколько минут заливает лавой. Конечно же, самые лакомые месторождения находятся именно там. Но, думается, для такого стреляного воробья, как ты, это не помеха. Сэр, сканеры засекли на поверхности биосигналы зергов. Придется потратить некоторое количество добытых ресурсов на оборону базы. Но не следует увлекаться, иначе операция затянется. Лава и зерги. Мой любимый коктейль. Ладно, поехали. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Лава поднимается. Немедленно выводите все КСМ из низины.
Недостаточно минералов. Выкладывай. Доктора вызывали? На твой счет. Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Этот таймер показывает время до следующего подъема. Этот таймер показывает время до следующего подъема лавы. Следите за ним, чтобы вовремя отводить все войска и стр... Маньяки. Нужно бы наладить их обучение ковбой. Когда на дело? Непременно. Принято. Вот да. Уже в пути. Доктора вызывали? Ладно. Разумно. Приступим. А как же? Нет, ничего. Тебя прислал Тош, да? Вовремя ничего не скажешь. Отрабатываем контракт и уматываем с этой планеты. Слушаю. А как же? Нет, ничего проще. Принято. Не вопрос. И это все. Кара небесная! Выкладывай! Угу. Не вешай нож, головорезы! Сэр, сэр, сканеры засекли биосигнал крупного существа. Думаю, это бруталиск. Если вы его убьете, то мои... наши исследования значительно продвинутся. Перестройка завершена. Ладно. Месторождение минералов выработано. Я первый. Непременно. Кого подлатать? Ну да, конечно. Смерть на пороге. Есть. Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Хочу еще раз напомнить, сэр, чем больше ресурсов мы тратим на войска, тем сильнее отдаляемся от цели задания. Постарайтесь быть умереннее в расходах. Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Не вешать нож, голов! Кому перерезать лодку? Смерть на пороге. Hey, it's not.
Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Слушай. Месторождение минералов выработано. Как скажешь. Не вешай нож, головорезы! Месторождение минералов выработано. Смерть на пороге! Месторождение минералов выработано. Раз ты помогаешь мне... Я помогу тебе. Вот координаты ближайших месторождений. Кара небесная! А? А? Смерть на пороге! Когда она дело? Разумно! Кому перерезать глотку? Чего тебе? Месторождение минералов выработано. Кого подлатать? Да! Смерть на пороге! Что стряслось? За твой счет. Да, да. Смерть. Месторождение минералов выработано. Я готова. Давай, удиви меня. Месторождение минералов выработано. Как самочувствие? Слушай, смерть на пороге. Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Тревога. Начинается подъем лав. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Кара небес, смерть на пороге. А? Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Когда надела? Ладно. Чего тебе? Уже в пути. Смерть на пороге. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. И это все. Слушаю. Кому перерезать глотку? Я первый. Смерть на пороге. Когда на дело, приступим. Не вопрос. Вот да.
Сэм готов. Ладно. Не вешай нож, головорезы! Сэм готов. Смерть на пороге. Перед посадкой я провел сканирование местности. Высылаю полученные данные. Кому перерезать глотку? Кого подлатать? КСМ готов. Смерть на пороге. КСМ готов. Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Тревога. Начинается подъем лав. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Резерв готов. Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Резерв готов. Понял. КСМ готов. Смерть на пороге. Есть. Месторождение минералов выработано. КСМ готов. Кара небесная. Они узнают, что такое бот. Месторождение минералов выработан. СМ готов. Кому перерезать глотку? Выкладывай. Смерть на пороге. Слушаю. Я первый. Приступим. И это все. Что происходит? Будет сделано. Смерть на пороге. Вооружен и опасен. Не вешай нож, головорезы. Что стряслось? Есть, сэр. Чего тебе? Месторождение минералов выработано. Смерть на пороге. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Прекрасно, мистер Рейнер. Мне тут сказали, на другой стороне каньона есть еще минералы. Кому надо? Смерть на пороге. Когда надела? Ладно. Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Не вешай дно! Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Приказы будут!
Есть работенка. Смерть на пороге. Твои люди работают быстро. Мы уже собрали половину минералов. Что стрясло? Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Слушаю. Когда на дело? Смерть на пороге. Вооружен и опасен. Кому перерезать глотку? Ладно. Вот да. Нет ничего про Каранит. Слушаю, когда на дело? Смерть на пороге. Кому навешать? Месторождение минералов выработано. Чего тебе? Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Смерть на пороге. Месторождение минералов выработано. Непременно. И вопрос. Разумно. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Слушаю. Приступим. Непременно. И это все разумно. Я первый, я первый. Принято. Чего пугает? Смерть на пороге. Чего тебе? Не вешать нож, головорезы. Уже в пути. Вот. Вопрос. А как? Смерть на пороге. Нет ничего проще. А как же? Высылай книжки для трупов. Разумно. Я первый, я первый. Уже в пути. Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Дело. Слушай. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Кара небесная! Смерть на пороге! Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Неподходящее место для посадки. Чего тебе? А как же? Вот да! Непременно! Еще немного, мистер Рейнер. На пороге. 2-3 захода и готово. Есть работенка. Кого подлатать? Выкладывай. Как скажешь. Не вешать нож, головорезы. Кара небесная. Смерть на пороге. База атакована.
Сэм готов. Смерть на пороге. А как же? Уже в пути. И Сэм готов. Виспеновый гейзер иссяк. Вас слушаю. Ладно, уже в пути. Режим готов. Месторождение имени. Смерть на пороге. Молодцы, ребята. Отличная работа. А теперь сваливаем из этой адской бани. Уже управился? А ты шустрый, мистер Рейнер. Думаю, нам еще будет что обсудить. Отлично сработано, сэр. Благодаря этой операции на Редстоуне мы вылезли из долговой ямы. Почему Тош на борту? Он хотел поговорить с вами лично, сэр. О том, чтобы вести дела вместе. Ты собираешь о нем данные? Конечно. Никакой он не пират. Ходят слухи, что он беглый призрак. И до тех пор, пока не сбежал, был одним из лучших наемных убийц Доминиона. Теперь Мянгск ненавидит его так же, как и вас. Парень начинает мне нравиться. Но все равно лучше за ним присматривать. Да, сэр. Слышал о парне по имени Габриэль Тош? Только слухи. Говорят, он участвовал в секретной программе по подготовке призраков особого назначения. А потом вроде как съехал с темы и ударился в бега. Я бы с этим Тошем держал ухо востро. Зазеваешься и привет. На тот свет. Я уже сталкивался с беглыми призраками. Главное, чтобы они не работали на Менгске. Донни Вермиллион, UNN, ваш первый, единственный и последний оплот правды. Сегодня наш корреспондент Кейт Локвелл приоткроет завесу тайны над войной между отважными призраками и безжалостным невидимым противником. Спасибо, Донни. Сейчас рядом со мной находится главный доминионской программы. Насколько нам известно, вы и ваши ведете за группой. Расскажите об этом подробнее. Кейт, некоторые данные я раскрыть не могу, но в целом ситуация такова. Они уйдут от и произойдет от. Я думаю, что граждане Доминиона могут спать спокойно. Ведь служба безопасности всегда стоит на страже их покоя. С вами был Донни Вермиллион, специально для UNN. Мои ребята всегда готовы помочь. За хорошие деньги. Из чистого любопытства я провела исследование минералов с Редстоуна. Думаю, вам будет интересно узнать, что я нашла следы Джория. Редкого минерала с уникальными свойствами.
Я весь внимание, док. О каких свойствах речь? Джори резонирует на частоте определенных мозговых волн. В теории его можно было бы использовать для стимуляции мыслительной активности. Или даже для развития у людей псионных способностей. Интересно, на кой черт Тошу понадобился Джори? Ты наш бравый командир. А мы с тобой хорошо сработались. Что ты здесь делаешь, Тош? Ты получил, что хотел? Или у тебя есть другие предложения? Да, есть одна работенка на Белшире. Как раз для нас с тобой. Интересует? Может быть. Хотя что мне до этого? Пиратство не мой профиль. Всякий знает, что Рейнера хлебом не корми и дай подложить менгску свинью. А я могу помочь тебе в этом. Помочь, как никто другой. Что ж, я подумаю. Считай, что ты получил временную прописку на Гиперионе. Поговорим позже. Я получил донесение об операции Доминиона по вывозу ресурсов Старсониса. Несколько поездов и минимальная охрана. Если мы перехватим составы и экспроприируем груз, то сможем неплохо заработать. Не думал, что когда-нибудь вернусь на это кладбище. Рассказывай, Мэтт. Доминионцы восстановили энергоснабжение на старой железной дороге. Они явно что-то ищут в развалинах. Все найденные на раскопках ресурсы и металлолом грузят в составы и отвозят на центральную перерабатывающую станцию. По нашим данным, сегодня туда должны доставить некую очень ценную находку. Она в одном из этих составов, но, к сожалению, поезда защищены от сканирования, поэтому не могу сказать, в каком именно. Придется перехватывать все, какие сможем, и надеяться на удачу. Надеяться на удачу? Это не похоже на старину Мэтта Хорнера. Если у вас есть более надежный план, я готов выслушать. Поздно, Мэтт. Я уже весь в предвкушении. Ну что, айда грабить поезда? Старина Тайкус будет на седьмом небе от счастья. Недостаточно минералов. Кого подлатать? Бежим году! Сэр, я заметил в холмах несколько машин Конфедерации. Похоже, солдаты Доминиона еще не прибрали их к рукам. Да это же аспиды! Я думал, их разработку свернули. На них должны стоять электромагнитные пушки. Они любой поезд разнесут. Загружу их чертежи в базу данных арсенала. Осмотрите окрестности, сэр. Там могут быть и другие машины. Доктора вызывали? Эйсэн готов! Недостаточно минералов. Доктора вызывали? Приказы будут? Мы же в году. Бегом! А? ЭСМ готов. А что?
готов. Доктора вызывали? ТСМ готов. Поезд выходит из северо-западного туннеля. У тебя на уме. Отдай мне. Недостаточно минералов. Доктора вызывали? Говори. Победа наша. Жду. ТСМ готов. Требуются дополнительные хранилища. Есть работенка. Ну да, конечно. Требуются дополнительные хранилища. А? А! Чего? Что происходит? Есть. Каков наш план? Недостаточно минералов. ТСМ готов. Отличная работа, сэр. Найденные в поездах ресурсы мы можем использовать для экипировки и обучения войск. ТСМ готов. Отлично. Жду. Конечно. ТСМ готов. А? Победа наша. С удовольствием. Я готов. ТСМ готов. Каков наш план? Доктора вызывали. ТСМ готов. А? Поезд выходит из западного туннеля. Смотри-ка, Джимми. Теперь они отправляют поезда с сопровождением. Нельзя строить. Давай, удиви меня. Вот это мне нравится. Коварно. Выдвигаюсь. Требуются дополнительные хранилища. Требуются дополнительные хранилища. Высылайте мешки для трупов. Пристройка завершена. Требуются дополнительные хранилища. Недостаточно минералов. Выдвигаюсь. Коварно. Отлично. Я готов. ТСМ готов. Победа наша. Требуются дополнительные хранилища. Что стряслось? Командир, по каналам связи Доминиона идет оживленный обмен данными. Скорее всего, они планируют атаковать нашу базу. Будьте готовы. Требуются дополнительные хранилища. Доктора вызывали? Поезд выходит из южного туннеля. Есть работенка. Кого подлатать? Я готов. Кого стрелять? ТСМ готов.
Улучшение завершено. СМ готов. Отлично. Победа наша. Вооружен и опасен. Вытащите меня отсюда. Жду не дождусь. Вытащите меня отсюда. Недостаточный респект. СМ готов. Требуются дополнительные хранилища. Каков наш план? Доминионцы строят бункеры для защиты путей. Будьте осторожны. А! Чего пугаешь? Угу. Недостаточно требуется недостаточно респена. А? Отлично. А что? Жду. С удовольствием. Конечно. Победа наша. Что у тебя, ну? Что на новенького? Бегом! Выдвигай. Поезд выходит из западного туннеля. Нравится? Кого? Требуется улучшение завершено. Будет сделано! Улучшение завершено. Недостаточно виспена. Вытащите меня отсюда! Доктора вызывали? Конечно. Коварно. Говори. Посылайте подмогу! Доктора вызывали? Вытащите меня отсюда! Выкладывай! Есть! В кого стрелять? Высылай книжки для трупов. Бегом! Недостаточно виспена. А что? Вот это мне надо. Вытащите меня отсюда. Понятно. Кто надо? С удовольствием. Победа!
стрелять. Сэр, железнодорожные пути теперь патрулируют отряды Доминиона. Вижу крупные группы мародеров. Варна. Я отмечу их местоположение красными маяками. Постарайтесь не связываться с этими парнями. Что у тебя на уме? Жду. Вооружен и опасен. Я готов. Кому стрелять? Кого подлатать? Бегом, Марс! Чего пугает? Поезд выходит из западного туннеля. Доминионцы увеличили скорость поездов. Но от аспидов им не уйти. Кого стрелять? Что у тебя на уме? Вот это мне нравится. Месторождение. Брось с дороги! Виспеновый гейзер иссяк. Я готов. Вооружен и опасен. Как скажешь. В кого стрелять? Бегом, Марс! Каков наш план? Выдвигаюсь. Что у тебя на уме? Кажется, мы нашли всех уцелевших аспидов Конфедерации, сэр. Они пригодятся нам для перехвата поездов. Жду. Вот это мне нравится. Брось дороги! Отлично. В кого стрелять? Вытащите меня отсюда! Виспеновый гейзер иссяк. Нет. Это мне нравится. Мой вытащите меня отсюда. База атакована. Кому наверх? Вытащите меня отсюда! Поезд выходит из северо-западного туннеля. А что? Я готов. Давай, живи меня! Кого стрелять? А! Чего пугать? Здесь нельзя строить. Вооружен и опасен. Жду. Конечно. Конечно. Новенького! Вытащите меня отсюда! В кого стрелять? Сэр, поезд ушел в туннель. Постарайтесь перехватить все оставшиеся составы. Иначе мы можем упустить интересующий нас груз. Высылайте подмогу! Конечно. Коварно. Брось с дороги! Победа наша. В кого стрелять? Твою!
Месторождение минералов выработано. Каков наш план? Месторождение... Поезд выходит из западного туннеля. В кого стрелять? Жду. А? Давай, удиви меня! Ну да. Что происходит? Водишь ты. А? Давай, удиви меня! В кого стрелять? Каков наш план? Что стряслось? Ну да, конечно. Выкладывай. Кого подлон? Есть работенка? Кому навешать? Понял. В кого стрелять? Происходит. А! Чего пугать? Прочь с дороги! База атакована. Вытащите меня отсюда! Выкладывай! Выходит из южного туннеля. Кажется, обогащенное топливо у Доминиона кончилось. Но теперь за составами ходит целая армия. Не нарваться бы. Победа Месторождение наша. Минералов выработано. В кого стрелять? Вооружен и опасен! Сэр, среди обломков замечен источник электромагнитного излучения. Давай-ка посмотрим, что за ценный груз они так спешили довести до пункта назначения. Адъютант, 2-3-4-6. Включен. Системная запись. Программа защиты нового Геттисберга. Введите коды доступа. Вот тяна. Это же древний адъютант Конфедерации. Зачем, интересно, они ее выкопали? Что ей известно? Сэр, найденный нами адъютант сейчас в лаборатории. Его починили и подключили к питанию. Давай-ка поговорим, старушка. Что тебе известно? Личность установлена. Рейнер, Джеймс, шериф в отставке. Колония Мавсара. Вступил в террористическую организацию «Сыны Кархала». Статус преступник. Хватит обо мне, дорогуша. Что еще хранится в твоей синтетической башке? Статус пользователя. Преступник. Доступ закрыт. Что, строишь из себя недотрогу? Ничего, я еще вернусь. Can't you?
Джим, поговорите со мной. Что случилось на Тарсонисе? Я вижу, что воспоминания причиняют вам боль. Тарсонис. С него все началось. Менгск выкрал пси-излучатель у конфедератов и установил его на планете. Он знал, что это привлечет зергов, и... В тот день началась наша революция. В день, когда Менгск уничтожил целую планету и назвал это справедливостью. Боже, миллиарды невинных людей, это... Это чудовищно. Неудивительно, что вы его так ненавидите. Джим, поговорите со мной. Что? Дарс. Давай-ка обсудим дела. После ограбления на ностальгию пробило? И не говори. Помнишь Shell Express? Мы ведь раз 10 грабили его, наверное. И ведь не надоедало, а? Ага. А потом они пораскинули мозгами и послали за нами мотоциклистов. Нас ведь тогда чуть не прибили. Да ни один из них нашим стервятникам и в подметке не годился. Знатно мы над ними поглумились. Как тебя после этого взяли шерифом, убей, не понимаю. Дамы и господа, каждый вечер я выхожу в эфир и стараюсь подавать новости в наиболее объективной и беспристрастной форме. Но сегодня я вынужден сделать личный комментарий. Меня часто спрашивают, в чем разница между императором Менгском и предателем Джимом Рейнером, указывая на то, что в молодости Менгск устроил восстание против конфедерации и на пути к власти неоднократно прибегал к силе. Почему Рейнер в такой же ситуации объявлен преступником? Я скажу вам, в чем разница. Когда император Менгск начинал свою революцию, человечество было в безопасности, а Рейнер начал бунт в условиях войны с двумя инопланетными расами. Джеймс Рейнер, где твоя совесть? Разве не должен ты сейчас оставить личные амбиции и сражаться бок о бок со своими согражданами против инопланетной угрозы? Развелось тут критиков. Я ищу эксперта-дешифровщика для взлома адъютанта. Пока безуспешно. Да ну. Полковник Орлан в мертвецком порту взломает что угодно. Давненько я там не был. Слушай, а в тот раз у тебя дошло до женитьбы? Что-то я не помню. Я же говорил, если бы я знал, какая будет ставка, я бы тогда ни за что не сел играть. Просто не переношу сцены воссоединения влюбленных. Эх,